такое странное и страшное. Жидкость? Порошок или какой-то камень. Перегорели бочку и взорвалась она. Ладушки, ладушки. Хочу стать дрессировщиком. Автомехаником. Оператором. Стюардессой. Полицейским. Чтобы ловить вандеров. Бухгалтером, как мама. Или нефтяником, как папа. Музыкантом или видеоблогером. Я бы нефтяником играл свои песни и другие песни. Нефтяником тоже бы хотела бы стать. Но больше артисткой. Я когда вырасту, буду супергероем. А вы будете добавлять нефть. Автомойка на колесиках. Туда заходит нефть. Дверь. Там еще покупают бочки. Пудинг с пирогами и ванилью. И полицейские там смотрим за порядком. Бензин в цене упал, и это хорошо для нас, но плохо для заправок.